Измерить давление, рост, вес, сдать кровь на сахар и холестерин. Такие полезные палатки здоровья расположены в каждом районе города. На открытом воздухе, без длинных очередей и обязательно с познавательными лекциями от медиков по вечерам. Возле главной прогулочной зоны Зашексницкого района – тропы здоровья. Медики дежурят уже 6 дней. У меня внук в бассейн пришел, и меня пригласили сюда, поэтому я здесь. Ну, вообще это удобно вот так прийти? Ну, удобно, да, конечно. Что уже узнали о своем здоровье? Так все узнала. Я думала, что я не втопталась, а на 4 сантиметра втопталась. Рост, вес, все узнала. Давление померили? Давление нормальное. На 11 килограмм похудела за лето. Палатки работают 3 дня в неделю – вторник, среду и четверг – с 3 дня до 7 вечера. Каждый день новый спикер и новая лекция о здоровье. Сегодняшняя тема – борьба со стрессом. Начать ее решили с разминки на свежем воздухе. Мы каждый день проводим зарядку. Не будет исключением и сегодняшний день. Тем более тема у нас – борьба со стрессом, а физкультура – лучший помощник в этом деле. Светлана. Сегодня мы проведем комплекс суставная гимнастика с палкой. Суставная гимнастика направлена на укрепление мышц спины, на гибкость, на подвижность суставов. Очень полезно. Акцию «Шаг к здоровью» организаторы называют мини-диспансеризацией. Безусловно, серьезных исследований на открытом воздухе медики провести не могут. Но, тем не менее, если какие-то показатели крови или давления будут далеки от нормы, посетителя обязательно отправят на прием к специалисту. Какое количество людей примерно у нас проходит каждый день? И вот какие основные проблемы люди обозначают? Ну, мы работаем уже действительно вторую неделю. Каждую неделю мы меняем локации, стараемся выбирать достаточно проходные места для того, чтобы людям было удобно и, соответственно, чтобы проходимость была повыше. У нас за день примерно ежедневно проходит около 250 человек, это по всем 4 площадкам. Ежедневно на лекцию у нас посещает тоже 10-15 человек, иногда 25 у нас. Акция «Шаг к здоровью» продлится до конца августа. За это время палатки еще несколько раз поменяют места дислокации во всех районах Череповца. Мария Беленко, Александр Беспалов, новости.